Девочки, всем привет! Сегодня я хочу рассказать о новом совместнике, который начнется 20 ноября. Это совместник по вязанию свитера, который мы вместе общими усилиями назвали Гринч. Гринч свитер Аякс. Этот свитер связан из махера. Он очень легкий, получился на размер 42-44, всего 280 грамм. Я вставлю сейчас картиночку, как он выглядит и как он сидит на модели. И сначала я хочу рассказать немного о пряже, которая использовалась для этого проекта. Как я сказала, это был махер. Вот такой вот махер. Его состав 70 кит махер, 20% меринос и 10% шелк. Покупала я его в магазине Wool Yarn. Что я могу сказать? Это очень крутой махер. Для меня он не колется. Я знаю, что для некоторых людей он может немного колоть, но я думаю, что в общей своей массе для большинства он не будет колоться. Его цена на сайте 620 рублей за 100 грамм, но для тех, кто присоединится к совместнику, цена будет со скидкой. Для получения скидки вам нужно будет написать мне в личном сообщении. Итак, что можно сказать об этой пряже? Во-первых, она ведет себя очень хорошо в изделии, она не растягивается, потому что бывает такое, что в образце пряжа не растянулась, а в готовом изделии она растянулась. И то есть само изделие растянулось, например, вниз по длине. А здесь такого не произошло. Пряжа очень качественная, вяжется легко. Ее можно даже распустить, ну, с небольшим трудом. Это и понятно, что волокна махера, они все равно сцепляются друг с другом и мериноса, да. Но все равно, то есть можно распустить. Я не пробовала распускать после стирки, вот, но до стирки вполне пряжа поддается распуску. Еще что в этой пряже самое интересное и самое крутое в этой пряже – это расход. Потому что свитер, как вы видели на картинке, он достаточно длинный, и расход всего 280 грамм. То есть получается, что на размер 42-44 нужно 1736 рублей. И за вычетом скидки, как я вам уже сказала, да? Но для этого напишите обязательно в директ. Итак, пряжу могу рекомендовать не только для вязания этого свитера, а вообще для вязания свитеров. Если вы задумали что-то из махера связать, то это очень крутая пряжа. Она очень качественная. Я не нашла у нее минусов. Возможно, она немного линяет, но отнести это к минусу тоже нельзя. Пряжа цветная очень часто линяет. Тем более она такого яркого оттенка. Я думаю, что натуральные оттенки, которые там есть, они не должны давать какой-то цвет, да, при стирке и линять. Так, что еще у нас по пряже? В общем, вы можете посмотреть, что пряжа такая прям и резиночку держит. Ну, конечно, спицы нужно подбирать. И узоры хорошо держат, хорошо ложатся на эту пряжу. В общем, на самом деле я от нее в восторге. Я жалею, что я не знала о ней раньше. Вот. Поэтому обратите на нее внимание. Но этот свитер можно связать из любого махера. От самого бюджетного до самого дорогого. Поэтому выбирайте ваш вариант. Так как здесь мы, наш совместник построен на вязании не по плотности. Вам не нужно попадать в какую-то определенную плотность. Вам нужно просто подобрать материал для вязания вашего свитера, любой махер. А совместник уже у нас рассчитан на то, что вы будете делать расчет по готовой выкройке под свою пряжу, под свою плотность самостоятельно. Я вас этому научу. Поэтому здесь не бойтесь за пряжу. Можете выбрать любую. Если вы вяжете первый раз свитер или не хотите тратить какую-то сумму большую, да, то вполне можно купить турецкую пряжу махер от Элизе, например. Так, что еще? По пряже, думаю, все. Пряжа отличная, как вы поняли.
Да, и еще она вяжется в одну ниточку, потому что ниточка такая прям, вот видите, достаточно такая толстенькая, на пятерочке, спица номер 5. Так, в общем-то, для вязания свитера нам с вами нужна будет пряжа, спица номер 5 и номер 4. Но если вы выбираете именно такую пряжу, как у меня, если другую, то, возможно, спицы нужны будут другие. Там будем подбирать индивидуально. Это мы тоже рассмотрим на курсе. Так, как я уже сказала, курс у нас начнется 20 ноября. Он будет обучающий, то есть вы научитесь делать расчет под свою пряжу по выкройке. Это очень ценные знания, которые вам пригодятся в дальнейшем. И, возможно, вы уже никогда не будете покупать ни МК, ни что-то еще, а только выкройки проверенные, да? Поэтому вот, присоединяйтесь к нам, научитесь многому интересному для вас. Итак, что будет на самом курсе? Он будет длиться месяц. Мы научимся, первое, вязать образцы, делать расчеты по образцу, то есть как правильно определять плотность вязания, подбирать спицы под пряжу, все это рассмотрим. Потом научимся делать расчеты по нашему образцу, по нашей плотности, которая у нас получилась. Потом мы с вами научимся вязать по нашим расчетам. Мы научимся всем основам, которые необходимы для того, чтобы связать свитер по этим самым расчетам. Втачать рукава, вязать рукава, обрабатывать горловину, будет отдельное видео. В общем, будет интересно. И за месяц вы должны будете получить такие знания, которые позволят вам связать свитер. И вы, конечно, это не обязательно, то, что вы должны вместе со всеми успевать. Но это очень желательно, потому что если вы будете успевать вместе со всеми, то вы 100% за месяц свяжете себе такой крутой свитер, который точно купишь в магазине. Вот, поэтому всех приглашаю. Если остались какие-то вопросы по самому совместнику или по пряже, где ее купить и так далее, то пишите обязательно директ в личном сообщении. Вот. Так, а я еще не сказала о том, что у нас с вами размеры, которые будут в совместнике, это размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Но если у вас размер 40 или 54, то вы тоже можете присоединиться. Я подскажу, что нужно сделать. Это у нас свитер со спущенным рукавом, классический, с наклоном плеча. Он удлиненный, даже как платье-свитер, и с длинной горловиной. Я здесь горловину подвернула, чтобы просто можно было аккуратно показать вам все, вот, но на самом деле она длинная и закрыта иглой, чтобы была эластичная. В общем, вот такой вот свитерок. Я думаю, что он, если вы его себе свяжете, вы не останетесь незамеченной. И если вы выберете какой-то яркий цвет, как у меня, то это 100%. Поэтому присоединяйтесь, переходите на сайт или пишите в директ. Я вас жду. Надеюсь, что у нас соберется веселая компания, что нам будет не скучно, будет весело и будут какие-то еще темы для обсуждения. В общем, девочки, всем пока. Всех жду на курсе.